Дальше, следующий пример, который приводит шейх ислам Таймия, рахмаллаху та'аля, хадис, который передан, достоверный хадис, сахихи, от Аиши, радиаллаху та'аля анха, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил в руку, то есть в поясном поклоне, и говорил в суджуде. Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли, Субханак Аллахумма Раббана, причистый, у Аллах, Господь наш, то есть причист, свободен от всяких недостатков и пороков. Ва бихамдик, хвала тебе, Аллахумма гфирли, у Аллах, прости мне. Айша говорит, я тауалю Куран. Тем самым он исполнял Куран, повеление, которое в Куране. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, выполнял приказ Аллаха, субхана ва та'аля, в словах Всевышнего, в суре какой? Насар фасаббих бихамди раббика вастагфир, иннаху кана тавваба. Фасаббих бихамди раббика вастагфир. Прославляй же Господа твоего тасбихом, то есть и восславляй, и восхваляй его, вастагфиру, и проси у него прощения. Иннаху кана тавваба, поистине он приемлющий покаяние. Что это за сура? Сура Насар. Как начинается эта сура? Иза джаа насруллахи валь фатх. Когда пришла помощь от Аллаха и победа. Вараитан наса ядхулуна фи диниллахи афваджа. Ты видишь, что люди входят в религию Аллаха толпами. То есть пришла победа, величие ислама. Это было указание пророка, алейхиссалату вассалям, на окончание его миссии скорое, что скоро ему предстоит покинуть этот мир, и что в конце, при завершении этой великой миссии, донесения послания Господа для людей, до рода человеческого, что говорит Аллах Субхану, что приказывает ему в конце этого? Фасаббих бихамдираб. Прославляй твоего Господа, восхваляй его, вастагфир, и проси у него прощения, поистине он приемлющий покаяние. И пророк, алейхиссалату вассалям, выполняя этот приказ Аллаха Субхану Тааля, стал произносить в руку и в суджуде вот эти слова. Какие слова? Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик. Аллахумма гфирли. Это, иншаллах та'аля, для всех обязательно. Бизнес, да? Хорошо? Бизнес. Также посредством этих дуа, говорит Ибн Таймия, посредством этих дуа, шейх ислам говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, выполнял приказ Аллаха Субхану ва Та'аля, ниспосланный в других словах, «Фасбир инна ва'адаллахи хак». Так терпи же, поистине обещание Аллаха истина. Востагфир ли замбик, и проси прощения твоему греху. Васабби бихамди раббика биль ашии ва либкар. И прославляй твоего Господа и восхваляй его биль ашии ва либкар, вечером и утром. Что сказано? Востагфир ли замбик, проси прощения. Васабби, делай тасбих, бихамди раббик, дай и восхваляй твоего Господа. И также какие слова понял пророк, алейхиссалату вассалям, произнося эти мольбы, о которых мы с вами говорили. «Фа'алям аннаху ла иляха илляллах, вастагфир ли замбика ва лиль му'минина ва ль му'минат». Знай же, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху, и проси прощения для верующих мужчин и верующих женщин.